заинтересовать Ньютона можно было разве что яблоками или новыми физическими явлениями. Как мы понимаем, в то время женщины могли предложить только яблочный пирог, который всегда падает начинкой вниз. Так и остался Исаак девственно чистым и непорочным парнем, который проводил жаркие ночи наедине со своими расчетами. Кажется, великий сказочник мог напеть любой девушке в уши такие сказки, что потом собирай наследников по миру. Но Ганс решил пойти трудным путем, свои сказки он адресовал детям. Причем детям чужим, потому что своих, как мы понимаем, у него не было. А этот путешественник и журналист даже взял себе в жены прекрасную юную девушку. Правда, ей приходилось искать развлечения и любовь где-то в чужих объятиях, потому что серьезный и деловой супруг ни разу не появился в спальне своей жены. Стэнли считал, что секс – это удел животных. Но Генри друг наш, а мы кто? Николай Васильевич всю жизнь боялся женщин как огня. И со временем страх этот никуда не исчез, напрочь лишив Гоголя желания провести аудиенцию с милой барышней. В своих письмах Гоголь утверждал, что любовь сжигает человека, а мужчину уж тем более. Влюбленный мужчина напрочь теряет здравый рассудок, лишая несчастного возможности творить. А вот Вассерман, человек слова, обещал однажды хранить невинность всю жизнь, так и по сей день держит обещание. Такую вопиющую глупость Анатолий совершил в 17 лет, а сейчас ему уже 63 года. Сам он заявляет, что такой образ жизни тяжелый, но уже ничего не исправишь. Кевин Джонас, один из участников музыкального коллектива Jonas Brothers, образованного с его братьями Джо и Ником. Все трое носили кольца целомудрия, обозначающее, что парни не пойдут на сексуальный контакт с девушками до свадьбы. Двое из братьев быстро передумали, а вот Кевин остался верным своим обещаниям, он женился на давней возлюбленной Даниэль Делисе в 22 года. Гэри Коулман был одним из самых знаменитых современных девственников среди голливудских актеров. И это при том факте, что Гэри был счастливо женат. Актер признавался, что они с женой ведут прекрасную жизнь, но до секса дело так и не дошло. Фото ТАСС, GT Images, Starfas, Rex for Photodom,